Здоровье, как и счастье, каждый понимает по-своему. В уставе Всемирной организации здравоохранения говорится, что здоровье – это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. Для человека счастье и благополучие – позитивные составляющие жизни. Жизнь, в конечном счете, единственная подлинная ценность. А жизнь человека без наличия здоровья – угроза счастью. Поэтому следует рассматривать здоровье не как цель, а как источник для нормальной жизни. Открытие было как бы время нам не было трудно, но рук... Танкист Сергей! Я! Твои друзья! Ну! На земле посмотри вокруг! Верный Киев! На месте! Да! Победа! Вас, Никита! Это я! Немецкий ученый Петенкофер писал: часто мы поступаем как расточительный наследник богатых родителей, не зная настоящей цены здоровья, полученного по наследству. Мы расходуем его без расчета, не заботясь о будущем. Только тогда мы узнаем цену этого богатства, когда из здоровых людей превращаемся в больных. Как же поддерживать в себе ощущение внешней и внутренней гармонии? Что для этого надо делать? Ученые назвали 12 факторов, необходимых для того, чтобы человек чувствовал себя здоровым. Они считают, что нарушение любого из них может привести к болезни. Вместе с героями нашего фильма попробуйте протестировать на себе эти способы сохранения хорошего самочувствия. Если есть фактор в наличии, поставьте себе 1 балл. Да, победа за нами. Ну, я так надеюсь, что последний раз.